Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня на обзоре очень интересный SSD от китайского бренда NetHack. Это NV7000Q на 2 терабайта. Кстати, данный SSD можно купить по хорошей, привлекательной цене. Ссылочку оставил под этим видео. Ну и не забываем про скидочную группу в Telegram, где мы регулярно выкладываем различные выгодные предложения на компьютерные комплектующие и не только. Подписывайтесь на группу, поддерживайте канал и выход новых видео. Ну что, друзья, только что вы увидели распаковку данного SSD, интересного SSD, потому что модель называется NV7000, вроде бы топовая модель, но здесь есть окончание Q. И вероятнее всего буква Q означает QLC чипы памяти. А это значит, мы увидим с вами что-то интересное, ну и при этом должно быть как бы малоресурсное. Но производителям при этом заявлена 5-летняя гарантия и ресурс на версии объем 2 терабайта 1280 терабайт. Что-то QLC как-то не пахнет совсем. Что касается начинки, то уже по увиденному видим, что начинка здесь у нас безбуферная. Вероятнее всего контроллер Maxeon MAP1602, потому что это PCIe 4.0 SSD накопитель. Ну и чипы памяти вроде как должны быть QLC от YMTC. Но посмотрим, что же будет у нас по факту. Ну а скорости заявлено 7100 на чтение, 6200 на запись. Вроде как тоже все в полном порядке. Но обязательно проверим на тестах. С завода у нас приклеен тоненький алюминиевый радиатор с теплораспределительным каким-то покрытием, двухсторонним скотчем, пленкой, резиной. Ну, в общем, как на многих SSD от бренда NetHack и от китайских, в принципе, от других тоже. Также посмотрим, и хватает ли вот этого радиатора для отвода тепла от этого контроллера. Предварительно не хватает, потому что контроллер быстрый, контроллер горячий, и все-таки дополнительный охлад сверху лучше ставить. Но присаживайтесь поудобнее, переходим к тестам. Но перед тем, как приступить к тестам нашего SSD NetHack NV7000Q, перейдем на официальную страничку, где у нас, видимо, должны быть различные картинки. У нас еще подгружается сайт. Ну и, конечно же, великолепно для апгрейда. Конечно же, поддержка PlayStation 5, ноутбуки, ПК. Куда угодно можно поставить и использовать для любых задач. Что касается объема, почему-то на официальном сайте пока есть версия только объемом 1 терабайт, хотя в моем случае версия на 2 терабайта. Но давайте исходить из характеристик, которые указаны здесь. 7100 на чтение, 6200 на запись будет лучше, хорошо. Ресурс 640 терабайт, значит, в нашем случае будет 1280, а такой ресурс у нас как на TLC чипах памяти. И вот здесь вопросики. Ну и NAND Flash, просто указано 3D NAND Flash, не указано, какой тип памяти здесь используется. Судя по букве Q, это, скорее всего, QLC чипы. Ну и что стоит отметить, это, конечно же, помимо ресурса заявленного, 5 лет гарантии. Если перейдем в даташит, тут, в принципе, у нас указано все то же самое. Далее переходим с вами в управление дисками для инициализации нашего новенького SSD. Создаем простой том NTFS. Ждем завершения форматирования. Все быстро. 1863 гигабайта. Операционная система округлит до 1.81. Все это мы с вами уже много-много раз видели. И давайте посмотрим на смарт-параметры нашего SSD. Три включения хосты чтения записи по нулям. Общее время работы 0 часов. Абсолютно новый SSD перед нами. 38 градусов у нас температура по встроенному датчику. В данный момент SSD у нас стоит под здоровенным радиатором от переходника и, ну, точно не должен перегреваться. На всякий случай запускаем CPU-ID хардовый монитор, где мы будем отслеживать температуру в процессе всех тестов. Более того, мы с вами видим максимальное и минимальное значение. Так, оставляем только наш SSD Super. Ну и видим, что датчик это у нас здесь с вами два. И если 23 градуса показывает один датчик, то 38 градусов показывает другой. Посмотрим, понаблюдаем. Теперь давайте определять начинку нашего SSD, так как здесь у нас вероятнее всего контроллер от Maxeon. Выбираем. И, друзья, TLC чипы памяти на таком SSD 232-слойный и даже не QLC. Очень интересно.
Очень интересно, друзья, я отказываюсь верить. А в чем тогда разница, например, с тем же просто NV7000? Ведь, по идее, здесь должны быть чипы QLC. Но мы еще с вами убедимся в этом, проверим, врет ли утилит от Вадимочкина или нет. Убедимся мы с вами, конечно же, в утилите AIDA64 на тесте линейной записи и посмотрим, какие скорости будут у нас за пределами SLC кэша. В базе данных этого SSD, скорее всего, нет, потому что SSD у нас достаточно свежий. Также два датчика у нас определяются. Ну и давайте переходить к тестам. Сервис, тест диска. Выбираем наш SSD, ну так уже выбран. Линейная запись. Запускаем тест, ждем результаты. Выполняем оставшиеся тесты, после чего перейдем к тесту на реальную скорость записи. Ну что, тесты у нас завершены, и утилита от Вадима Очкина не наврала. Здесь действительно TLC чипы памяти, SLC кэш примерно 16%, потом первая ступень снижения и ближе к 80% вторая ступень снижения скорости. Это мы с вами видели недавно на серии NV5000T, где в принципе была подобная начинка, ну за исключением, наверное, только чипов памяти. Что ж, вот это сюрприз. Вроде как SSD должен быть на QLC чипах, мы же получаем с вами TLC. Интересно. Смотрим, что дальше. Crystal Disk Mark. Великолепные скорости чтения записи. Случайные 4К тоже. Абсолютно никаких вопросов к нашему безбуферному SSD на TLC чипах памяти. AES SSD Benchmark 9631 балл. На NetHack NV5000T у нас с вами было... На недавнем Фанксианг у нас было 9393, так что здесь у нас в принципе все то же самое. Вот единственное, Watto Disk Benchmark у нас на мелкоблочке скорости пониже, чем на предыдущих SSD. В остальном все в полном порядке, супер. Игровой Benchmark 3D Mark 3721 балл, великолепный результат. Ну и PC Mark 10, полный тест 3529. Быстрый тест 3368. Никаких вопросов к данному SSD у меня нет. За исключением того, что а где же QLC чипы памяти, которые вроде как здесь должны быть. Но давайте перейдем к заполнению нашего SSD. Копируем папочку рендер и смотрим, что будет дальше. Запись первой папки. Великолепная скорость 5 гигабайт в секунду. Абсолютно никаких вопросов. Соответственно, и на записи второй папки у нас те же самые скорости, уже 4,5-5 гигабайт в секунду, 4,8, 4,9. Супер показывает себя безбуферник на максимум ап 16,02. Ждем записи второй папки, отлично. Ну и ждем снижения скорости на записи третьей, либо четвертой папки, где это у нас должно произойти, судя по графику AIDA64. Да, похоже, это у нас произойдет на записи четвертой папки. И в самом начале скорость у нас сразу полетела вниз до отметки 2,4 гигабайта в секунду. Что ж, очень хороший результат. Да, примерно такое же мы с вами видели и на NetHack NV5000T. Так что здесь все в полном порядке. Не вижу смысла, наверное, заполнять дальше наш SSD, но все-таки вторую ступень снижения скорости увидеть хочется, так что давайте заполним его и посмотрим, что будет. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. Ну и на записи 15 папки у нас есть снижение очередное до 900 мегабайт в секунду, 1,1, ну сейчас скорость установится, так что давайте посмотрим, что будет к концу заполнения. 15, 16, 17. Ну и к концу записи последней 18 папки у нас скорость держится в районе 800 мегабайт в секунду. В любом случае для безбуферника все равно результат у нас отличный. Что касается нагрева, по датчикам 46-45 у нас были максимальные температуры. Сейчас посмотрим, как ведет себя SSD при заполнении практически полностью. Ну а дальше посмотрим, как ведет себя комплектный радиатор. Ну и как можно увидеть по полученным скоростям, у нас все абсолютно то же самое, как на пустом SSD. Но я удалил одну папку, сделал оптимизацию, сделал паузы. И давайте посмотрим, что же у нас
будет по SLC-кэшу. Скорости у нас вернулись к значениям 4,5-5 гигабайт в секунду. Великолепный результат. И ни в какую не хотят снижаться. Значит, SLC-кэш у нас здесь остается достаточно большого объема. Несмотря на то, что у нас свободно будет вот сейчас примерно 50 гигабайт. Такое мы на начинке Maxio и чипы от YMTC видели неоднократно. Супер результат. Что ж, давайте... Ну а теперь давайте посмотрим, как SSD ведет себя без здоровенного радиатора с комплектной тоненькой наклейкой. Ну а теперь давайте сравним результат, полученный в данный момент на линейной записи без радиатора, с тем, что был у нас в самом начале, где радиатор у нас был установлен, причем здоровенный. Что касается SLC-кэша, в целом поведение SSD одно и то же, но... У нас были вот такие вот просадки регулярные на второй части после снижения скорости. А здесь у нас сначала колебания, стабильно-стабильно, и начинаются колебания снова. В целом можно считать, что ничего страшного, но все же я считаю, что здесь у нас был какой-то сильный нагрев. И из этого такие колебания мы здесь с вами видим. Так что, как ни крути, дополнительный радиатор все-таки лучше ставить на этот SSD. На этом с тестами все. Давайте посмотрим, что скрывается под радиатором, под комплектным радиатором SSD NETAK NV7000Q. Тесты сделаны, результаты получены, и вот теперь самое интересное. Казалось бы, NV7000Q должны быть QLC-чипы памяти, но нет, друзья. Топовая начинка на TLC-чипах памяти, 232-слойных у YMTC, и вот здесь у меня сразу же разрыв шаблона. У нас же есть такой SSD, у бренда NETAK уже есть такой SSD, это NV7000T. А здесь у нас вроде как Q, вроде как попроще, вроде как должен быть на QLC, но нет, топовая начинка и хоть бы что. Сначала подумал, что утилита от Вадима Очкина ошиблась, но график AVAIDA64 на линейной записи и тесты реальной записи полностью все опровергли. Здесь стоят чипы TLC. Не знаю, ошибка это или не ошибка, или какой-нибудь хитрый маркетинговый ход. 2-терабайтной версии на официальном сайте-то нет, а в продаже вовсю уже эти SSD продаются. Очень интересная ситуация у нас с китайским SSD NETAK NV7000Q. Ну а так как у нас здесь топовая безбуферная начинка, SSD показывает себя во всей красе в любых синтетических тестах, также на тестах реальной записи. 4,5-5 гигабайт в секунду, SLC-кэш у нас 300 гигабайт, потом скорость снижается до отметки 2,4 гигабайта в секунду и практически до конца на этой отметке держится. Да, потом есть снижение до 800 мегабайт в секунду, но, блин, простой пользователь, вот вторую ступень он явно не увидит, потому что для этого нужно разом записать весь объем на этот SSD. Да, в современном мире SSD-накопители сегодня безбуферники вплотную приближаются к SSD-накопителям с DRAM-кэшем. И все благодаря контроллерам Maxio MAP1602 и китайской YMTC памяти. Как будет дальше развиваться компания Maxio с YMTC, что мы с вами увидим дальше, очень интересно посмотреть. Но сегодня NETAK NV7000Q, как минимум у меня в моем исполнении, на 2 терабайта показался себя очень и очень достойно. Я все-таки ждал здесь QLC чипы памяти, но, как видите, TLC. Я не знаю, поменяет ли в ближайшее время компания NETAK начинку на этом SSD, но
Пока здесь максимум AP1602 и TLC чипы памяти, такой SSD можно брать. У меня же на этом все. Обязательно увидимся на новых видео, но также мне хочется узнать ваше мнение по поводу этой ситуации. Случайно здесь TLC чипы памяти или нет? Ну все, пока-пока. Ну а для тех, кто не знает, сколько же стоит сегодня этот SSD, ссылочку оставил внизу. И не забываем про скидочную группу в Telegram. Скидки в интернете от ProSSD.